достаточно мощно, но на эмоциях. Так можно охарактеризовать матч между Барнаулом и Иркутом. Гости начали чемпионат с 3 поражений, но после собрались и выдали серию из 4 побед. К матчу против нашей команды они занимали уже 8-е место в турнирной таблице. Наши же за последние 5 матчей выиграли лишь единожды. И поэтому мотивация на победу зашкаливала. Встреча началась уверенно, 62-43. Преимущество в 19 очков. Что может быть лучше, но не тут-то было. Все, начали хорошо, выполняли все установки. В принципе, отличили лидеров от мяча. 3,5 четверти, все шло отлично. Потом расслабились. Ну, не упустили победу, самое главное. В финале матча Барнаул заставил своих болельщиков знатно поволноваться. Ведущий игрок нашей команды Максим Григорьев получил 5-й фол. По правилам он покинул площадку и не продолжал игру. После ухода нашего лидера гости начали атаковать вариативно и усилили свое давление. Мы рискнули с конца третьей четверти в четвертой. Мы сдваивались на игроках. Мы стали рисковать, потому что дабл-тим, двойное нападение на игрока с мячом – это где-то риск. Мы этот риск себя оправдал, и мы где-то нашли легкие атаки. Вышедшая на площадку молодежка справиться с таким натиском уже не смогла. Гости сократили отрыв до 5 очков. Получилось, что наше падение именно вышло на 4-й период. Расфокусировка, расслабились ребята, рано поверили в успех и поплатились за это. Поплатились только очками. Хорошо, что не победой. 74-69 в пользу хозяев. Барнаульцы поднимаются на 11 место в турнирной таблице. Но чемпионат пока ставит на паузу, чтобы выступить на Кубке России в 1/8 финала, сыграть с московской «Руной» уже 2 декабря. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.